2 апреля во всем мире отмечается Международный день детской книги. Празднуется он в день рождения великого сказочника изданий Ганса Христиана Андерсена. Дата, конечно, условная, как и объявленный год литературы. Но это хороший повод приобщить ребенка к литературному миру. Детская литература появилась сравнительно недавно. До середины 17 века детям в основном рассказывали сказки устно, или они читали примерно то же, что и родители, например, басни. Лучшими для ребенка будут те произведения, которые отличаются не только увлекательным сюжетом, но и несут в себе определенные воспитательные цели, учат добру, справедливости и честности. Талантливые авторы – те, которые говорят с ребенком простым, доступным языком, давая ему образец красивой и правильной речи. Какие книги предпочитают маленькие жители нашего города? Курочка Ряба. Я читаю сказки, например, «Теремок», «Рукавичка». Вот. Ну, так-то я люблю, ну, всякие компьютерные игры играть. «Теремок» сегодня читали. Еще «Рукавичку». Энциклопедии разные. Ну, о мире, о технике. Ну, историю. Разные поучительные рассказы, некоторые сказки очень интересные. Разные сказки читаем. Ну, собирай по ягодке, наберешь кузовок, ну и прочие другие. Очень нравится автор Успенский, там у него очень интересные книги. Вот просто «Квашино», «Вниз по волшебной реке». Я люблю читать книжки детские, ну иногда старые читаю, в библиотеке беру. И мне очень нравится, мне их очень нравится читать. А какая вот твоя, у тебя есть самая любимая книжка? Да, «Горшочек с кашей». Много взяла книжек. Вот «Мишкина каша» взяла, потом «Буратино» тоже взяла, «Лисичка с скалочкой», «Винни-Пух», «Красная шапочка», «Буратино». Про материалы какие-нибудь там собирать. Что больше нравится, смотреть мультик или лучше книгу почитать? Ну, книгу и мультик. Такой мультик интереснее. Настоящую. Почему? Потому что она лучше и придает ума. Лучше настоящую, конечно. Потому что настоящих экземпляров много, и они более интересные, чем компьютерные поделки. Детский отдел Центральной библиотеки насчитывает более 3500 читателей. Здесь можно не только читать, но и играть, собирать пазл, сделать презентацию или провести исследование. У нас активно посещают дети библиотеку, и сейчас возрождаются, я считаю, традиции семейного чтения, потому что в выходные дни особенно к нам приходят с семьями, и мы этому очень рады. Книг очень много интересных, и я приглашаю всех, кто еще у нас не посетил нашу библиотеку, все-таки стать читателем. И я думаю, что открыть ребенку удивительный мир книг. Сотрудники библиотеки провели целую праздничную неделю книжных именин. Кроме того, посвятили ее предстоящему юбилею Победы. Ребята прочитали отрывки из произведений о Великой Отечественной войне. Надежда Литкова, Валентина Чибичек, Леонид Шишлов, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».